Прокуратура принесла извинения Марии Матузной за необоснованное преследование. Это было сделано в письменной форме от лица заместителя прокурора индустриального района Барнаула. Информация появилась в социальной сети и сообщил ее адвокат правозащитной организации «Агора». Напомним, дело Матузной было одним из самых резонансных в ушедшем году. В мае 2018 года к ней в квартиру пришли с обыском, изъяли компьютер и телефон и отвезли на допрос. Марии вменялось в вину оскорбление чувств верующих и признаки унижения представителей другой расы. Материалами дела стали юмористические картинки на странице Матузной в соцсетях. В итоге, после нескольких судебных заседаний, дело закрыли. Кстати, согласно статье, по которой преследование было принято необоснованным, Мария может подать иск о компенсации морального вреда.